Приветствую всех на своем канале, с вами Каис, и я продолжаю проходить Gex 2, прототип от 29 января 98 года, за 2 недели до релиза. Так, смотрим, какой следующий уровень. Мао Цзэ Тонг. Да, вот этот уровень. Нет, не этот, вот этот вот. Тематика кунг-фу. Кунг-фу театр. Ну что ж, идем в кунг-фу театр. Смотрим, путь к первому пульту. Надо из пушки, короче, змею прихерачить. Так, ну, начинаем. Куда пойдем сперва? Может быть, сюда? Но, по-моему, лучше пойти не сюда сперва. А вот другое местечко. Другое немного. Вот в это местечко. Так, дверь разбивается, это разбивается. Попробуем пойти сюда. Сначала. Так, кто у нас тут есть? Так, собираем вот эти вот чашки. Так, тут можно с качелек ударить вот сюда по гонку. Выстроить лестницу, например. За дверью есть 4 вот такие штучки. Так, вот тут есть, кстати говоря, еще муха. Берем еще 4 чашки. Так, что у нас внизу? Внизу ничего нету, да? Так. Ручная камера не всегда хорошо. Так, нам надо вот на эту фиговину запрыгнуть, попасть на крышу. Да что такое? Вот, свалиться вот сюда. Тут у нас спрятан белый пульт. Берем белый пульт. Что тут еще у нас есть? Еще 4 такие чашки имеются. И еще, да. И еще 4 чашки. 8 чашек вот таких. И пульт. Так, идем дальше. Рыцарь. Ну давай, рыцарь, сразимся. Так, 30 вот этих собрали мы. Теперь иньяньки будем собирать. Одна штучка уже собрана. Так, мы находимся на крыше другого, с другой стороны. Так, здесь можно... О, здорово. А что-то я тебя не помню здесь. Так, убиваем этого чайника. Тут есть вазочка, кстати. Так, он меня поранил. Поранил, это нехорошо. Кстати, мы можем вот таким прыжком добраться вот сюда. Тут что-то найти. Конкретно зеленую муху. Берем зеленую муху, устанавливаем лапки. Так, и теперь надо обратно. Обратно прыгать. Отлично, идем дальше. Так, что у нас здесь? Гонг. Ударяем в гонг, открываем дверь. Так и было в релизе? Я не помню. Так, тут какие-то огни горят. Нам не надо. А, тут башка. Надо подождать, пока уйдет. Прыгаем на бошку, берем иньяньки. Так, берем зеленую муху. Вот тут вот у нас есть как раз пушка. Вот. Нам надо ее покрутить, стрелять по гонгам. Так, теперь в другую сторону крутим. И образуется лесенка. Мы по лесенке лезем куда-то дальше. Проход. Так. Еще один. Убиваем его. Так, отлично. 22 иньяньки собрано. Есть зеленая муха. Нужна ли нам она? Нет, не нужна. Так, мы на крыше вновь.
Что мы видим там? Ну туда мы не допрыгнем, видим там вазочку. Видим чекпоинт также. Ну, давайте возьмем чекпоинт. Так, вот тут вот можно ползти. Ползем на другую сторону. Так, тут уже меня поджидают. Так, там ничего нету. Тогда идем в окно. Убиваем еще одного этого самурая. Так, идем дальше. Рыцарь. Ого. Почему я тебя тут не помню? Почему-то вот я его не помню здесь в релизе. Не, ну, наверное, я просто его не помню. Ты не говоришь, что его там нет. Так, убиваем скорпионов. Так, сюда я не могу залезть, но там есть ящик с зеленой мухой. Запомним. Так, вот тут еще два скорпиона. Убиваем. Так, еще один скорпион. Башка. Ага, мы получили жизнь. Теперь надо собирать вот такие вот головы. Так, я поджегся немного. Ладно. Так, давайте осмотримся. Тут надо по веревкам. По веревкам прыгать. О, кстати, вот там какой-то проход есть. Так, здесь башка. Так, подождем. Берем зеленую муху. Берем зеленую муху. Так, прыгаем сюда. Так, эта веревка меня куда приведет? А что там? Уничтожаем так, чтобы не упали вот эти детальки. Так, ну я, наверное, туда и прибуду, нет? Мне кажется. Ну да, это, наверное, и есть проход. Вот, а какой еще проход здесь? Да нет, это, наверное, он и был, который я видел. Идем дальше. Так, что у нас тут? Еще один идет на меня. Так, ладно, сделаем полуавтоматическую камеру. Ты. Ну давай, иди сюда. Хотя нет, нафиг была автоматическая камера. Что-то и не дает даже изменить. Так, что мы видим здесь? Мы видим путь на крышу какую-то. Ладно. Покатились на крышу. А, вот мы как раз сюда и прибыли. Да, мы это видели уже. И тут еще один чайник. Открываем вазочку, 23 башки. Да, еще много собирать-то. Нам надо. Так, ну тут, благо, много вот таких вот имеется. По 3 башки дают они. Так, еще один. Черт, он меня ранил своей тарелкой. Так, теперь обычные прибыли. Так, и тут еще головы имеются. Так, я должен собрать. Так, тут образовалась лестница. Блин, а мне не хватает всего немножко. Вот сейчас будет смех, если мне одной головы и не хватит. Так, ну, залезаем наверх. Куда мы можем приползти? Тут к змее, кажется, путь. Да, вот. Есть зеленая муха. Есть зеленая муха. Ну-ка. Ага, есть у нас. Есть у нас еще. Давайте возьмем. Все, белый пульт взят. Отлично, это самое главное. Так, ждем змею. Где она тут идет? Идет. Сейчас тебя.
Так, толкаем, толкаем, толкаем. Бьем ее. Еще немного осталось. Черт, я муху проиграл. Осталась одна голова. Все. Конец этой змее. И открываются ворота. Замечательно. Все ли я... Вот, тут еще есть немного голов. Но два белых пульта уже взяты. Так что... Идем вот сюда. И здесь у нас статуя Гекса. Есть еще кувшин даже. Два кувшина. Что тут у нас еще? Все, больше тут ничего нет. Все, выходим здесь. Это был первый пульт. Отлично, еще два. Еще сейчас один красный надо взять в этом уровне. Это был самый сложный путь на самом деле. Так, сохраняемся. Сколько процентов уже? 29 уже сразу. Еще один бонус свалился с неба. Так, мы идем в следующий уровень. Точнее, в этот же уровень, но за другим пультом. Теперь вот такая конструкция. Мы должны пройти, попрыгать здесь и взять вот телевизор. Для этого нам надо вот сюда идти. Можно особо не заморачиваться со сбором вот этого уже всего. Так, это я сейчас снизу нахожусь. Ладно. Так, кто у нас здесь будет? Ага, двое идут. Ну, можно собрать, конечно. Что тут есть? Полезные вкусняшки. Тут вазочки есть. Можно их поразбивать, конечно. Че, кто-то еще что ли там выскочил? Не, отсюда я пришел. Еще вазочка. Так, забираемся наверх теперь. Так, тут осторожно. Тут осторожно. О. Ладно, не нужен он нам. Нам надо... Ой. Или нужен... А улетели, да? Улетели все ресурсы с ним. Куда-то в текстуры. Понятно. Так, проходим. И прыгаем. Прыгаем, перемещаемся на этой платформе на другую сторону. Вот такая вот система. Так, кто у нас тут сейчас будет? Тут у нас есть гонг. Ударяем в гонг, выстраиваем лестницу. Тут у нас башка есть. Так, ждем, пока пламя потухнет. Уничтожаем бошку. Так, а что у нас на той стороне, интересно? Так, ну тут можно либо слева, либо справа запрыгнуть повыше, взять муху можно. Так, а на том уровне я что-то ничего не вижу. Или что-то... Нет, не, ничего нету. Хотя, может, какая-нибудь секретка там? Давайте проверим. Так, сейчас уйдет это. Так, как туда попасть? Блин, можно же туда попасть. Тоже. Я просто хочу посмотреть, вдруг там какая-нибудь пасхалка. Да блин, почему я сейчас не попал? Почему я не попал? Непонятно, ни хрена. Так, ну гонг откроет ворота, это понятно. Вот, блин, ну должен же я туда попасть. Не могу я туда не попасть. Может быть как-то... Нет.
просто интересно, зачем там сделано, если там, ну, что можно там постоять. И опять я не мимо кассы пролетел. Так, можно с этой стороны забраться, тут без разницы на самом деле. Не, ну это ничего не дало. Так, сейчас буду сохранку делать. Вот здесь вот я сделаю сохранку. Почему ты туда не попадаешь? Да ладно, ну не может такого быть. Ну легкое же место-то. Камера. Тут камера меняется еще. Ох. Может не отсюда все-таки? Может лучше отсюда сохранку сделать? Не, не так. Вау, ни хрена себе она меня подвесила. Блин, я там могу встать. Просто камера вот здесь вот, она меняется. А может быть... А, может быть надо уронить сначала вот эту ступеньку? Нет? Так. Ну это не смешно. Почему я туда не могу встать? Нет, так не играю. Вот, почти допрыгнул уже. Почти. Эк, не так. Да не сюда, игра. Ладно, черт бы с этим местом. Допустим, там ничего нету. Открываем ворота, идем дальше. Не будем забивать голову этой фигней. Так, тут должны быть воины. Убиваем их, ушатываем. Ну, заработали жизнь. Еще 77 стало. Да, кстати, тут игра, второй гек сохраняет жизни сохранением. Вот в третьем не сохраняются жизни, к сожалению. Если ты, допустим, копил, вдруг вышел вдруг из игры, решил переиграть, ну, потом продолжить, то твоей жизни сохраняет игра. А вот в третьем гексе нет такой версии, чтобы жизнь сохранялась. Третий гекс более недоработан. Так, второй гонг. И открывается у нас проход. Да, пошли в проход. Тут в этом зале у нас вроде бы ничего больше нету. Интересно. Хотя... А, туда мы поедем. Понятно. Ну, поехали. Это вроде уже последний зал. Да, это последний зал. Тут вазочек много. Много вазочек. Иньяник, вазочек. Можно еще, наверное, жизнь себе насобирать. 28. 3 с этой стороны, 3 с этой стороны. 36, но осталось 4 штучки. Того 39. Так, ну тут надо вот сюда ползти. Спрыгиваем. Черт, одной не хватает до жизни, ну ладно. Одной иньяньки.
Так, теперь сюда. Можно сюда. Можно сюда. Теперь сюда. Теперь типа вот сюда. Ну и за телевизором у нас же ничего нет. О, кстати, тут невидимая стена. Я не могу туда пройти даже. Ну все. Прошли кунг-фу. Театр, вот этот уровень. На 100%. Так, сохраняемся. Тридцать процентов уже пройдено. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующей серии. Пока-пока.